космическая программа в нашей стране остается одним из государственных приоритетов. Стратегическая задача — достать до Луны. В феврале, по-моему, да, подписан указ о создании сверхтяжелой ракеты, которая будет предназначена для работы в дальнем космосе. Сначала на окололунной орбите, а затем для создания, доставки грузов на Луну для того, чтобы там соответствующую станцию создавать. А потом мы для пилотируемых полетов. Потом для пилотируемых полетов все будет развиваться, поскольку это в интересах всех, в интересах всего человечества. Программа рассчитана до 2030 года, ну, первая, во всяком случае, ее часть. Так что вот уже заканчивается работа над созданием корабля «Федерация», и началась работа по сверхтяжелой ракете, которая должна быть использована для работы по Луне. Так что здесь сомнений нет. Мы будем активно работать, будем эту программу осуществлять. Сначала около лунную орбиту. Облеты и станции там должны создаваться на лунной орбите. Сначала станция, а потом уже модули на самой Луне. Ну, во всяком случае, так планируется.